Шалом из Иерусалима. Почему от евреев? Кстати, хочется ответить по-еврейски, а почему бы и нет? Но Иисус не останавливается на этом, он идет дальше. Он говорит, я говорю вам, первый день, первую свечку, вторую, трудим вторую и так далее, до 8 свечей. А в общем-то, о чем речь? Ведь мы давно для себя все решили. Какое-то вообще имеет значение, ведь оно написано на греческом языке. Всегда можем найти оправдание. Но что-то в глубине нашего сердца, а вернее Дух Святой подсказывает нам, что здесь что-то не так. Но, по крайней мере, существовали категории хорошего или плохого. Символически это говорило следующее. То есть эдаким абсолютным непротивлением злу, а в конечном итоге потаканием этому злу, он решил восстанавливать этот мир совместно с человеком. На самом деле он не принадлежит никому. Ни продавцу и ни покупателю. Тем не менее, Писание предупреждает нас, что наша молитва не должна быть показушной.